телеведущая Ольга Бузова прокомментировала информацию об инциденте в самолете. По словам певицы, она никого не просила поменяться местами. «Я летаю только бизнес-класса, а то, что происходит, пишется без моего ведома. Меня это не касается. У меня ничего не случилось. Я приехала из отпуска», – заявила звезда «Дома-2» в российском аэропорту. Всю историю Ольга назвала выдумкой. «Я уже привыкла, что про меня кто-то что-то придумывает». Как это, например, произошло сегодня. «Я приехала со своими подругами в аэропорт в Таиланде, и нас встретили и сразу проводили самолет. Я летаю бизнес-классом и всегда приобретаю заранее билеты», – ответила Бузова. Телеведущая недоумевает, откуда взялась скандальная история, и заверяет, что случись такое на самом деле, она бы не стала тревожить пассажиров. «Хочу отметить, что я не вижу ничего плохого в полете в эконом-классе. Если бы у меня сложилась такая ситуация, то я бы спокойно полетела эконом-классом и уж точно не стала бы ходить по бизнес-классу с бортпроводниками и просить с кем-то поменяться местом», – говорит Бузова.